Здравствуйте, друзья! Сегодня на обзоре у нас мотоштаны дождевик. Пришли сегодня. Вот такие карманы, гидрозащищенные на них, видите? Закрываются вообще плотно. Не знаю, карманы может пригодятся, может нет. Так, имеют подкладку. Такую вот. Утяжечка вот тут идет в поясе. Так, внизу также регулируется по объему. Внутри имеет манжет. Ткань вот такая она, как, ну, обрезиненная получается, как на резину похоже. То есть штаны регулируются помимо здесь. Обжимаются по ноге еще тут. Так. По совету ребят, которые уже брали эти штаны, взял на 2 размера больше, потому что если брать размер свой, то они короткие, но и маленькие. Так, сзади, если вы обратите внимание, так, это перед, зад, нету шва. То есть если расправить вот так вот, вот смотрите, шов идет вот справа, идет слева. То есть, а вот эта деталь цельнокройная под задницей. Вот. То есть, тут шва нет. Нескольких цветовых они в гаммах. Серые, по-моему, синие, черные, если не ошибаюсь. Приходят в таком мешке. Мешок с такой же точно ткани. Один в один. И вот она, если вы видите, как обрезинена. То есть его можно сюда положить, закрыть, кинуть на дно сумки, чего-то там еще, если что-то протечет, вдруг, мало ли, то оно останется сухим. Ну, фирма, вот видите, Джиан, видимо, или как она называется. Ну да, вот у них сайт ихний, Джиан. Все, по обзору все. В принципе, классные штаны. Я одел поверх своих огромных штанов, мотоштанов. Налезли свободно. Движения не сковывают. И это самое главное. Так что теперь буду ездить защищенный. Ну все, друзья, до новых встреч. Пока.